Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин, 9-я серия Heavy Rain. Играем сейчас за Итана. И, скорее всего, будет третье испытание. Готовы ли вы принести жертву ради спасения сына? 9711 Marble Street. Какую жертву? О! Я не виновен, клянусь, я не убивал. Я не замешан в этом деле, я не убивал детей! Тогда почему ты сбежал от полицейских? Я объяснял, я не явился к полицейскому надзирателю. Я не хочу обратно в тюрьму. Увидев копов, я струсил. Да, струсил и побежал. Показания проверены. У него алиби на 3 убийства. Но я тоже не верю в то, что Черт, он мастер оригами. Этот придурок так подходил. Черт! Его версия похожа на правду. Да? Ясно. Пришла мать Шона Марса. Хочет что-то сказать. Она, наверное, сейчас за Итана скажет. Несколько месяцев назад, в середине ночи, был страшный ливень. Итан вернулся около 3, мокрый насквозь. Я спросила, где он был. Он говорил о воде, о дожде. Нес какую-то чушь. Было что-то странное во взгляде. Будто это кто-то чужой. Может, это случайность? Но на следующий день в новостях сообщили о новой жертве мастера оригами. Жертвы начали появляться еще до того, как Итан попал в аварию с сыном. Найдите сына. Умоляю вас. Это не Итан, нет. Так. Я лейтенант полиции Картер Блейк. Мне придется ловить его. Мы получили данные, что Итан Марс – ваш пациент. Мы хотим задать вам пару вопросов. Простите, я не смогу ответить. Прошу прощения. Я связан врачебной тайной. Я не имею права обсуждать своих пациентов. Мое дело – найти Шона Марса живым. И мне наплевать на ваши сраные клятвы. Убедить. Вы же не хотите укрывать убийцу. Вы должны рассказать нам, что вам известно, доктор. Простите, что поделаешь? Прошу вас, уходите. Давайте по-хорошему. Вам же лучше. Помощь. Доктор, речь идет о жизни ребенка. Ваши ответы помогут спасти его. Вы угрожаете мне? Просто даю бесплатный совет, док. А этот еще всегда в перчатках ходит, блин. Спорить. Успокоить Блейка. Довольно. Нам пора идти. Я позвоню в полицию и пожалуюсь на ваше поведение. Доктор, это... не будите во мне зверя. Я всего лишь хочу спасти жизнь ребенка. Так что покажу мальчика и расскажите нам все. А не выйду из тебя. Что ты делаешь? Отпустите. Совсем спятил. Не лезь, Чайган! Вы... Он что-то знает. Не имеете права. И пока не расколется, я не уйду. Эй! Мы постоянно как хороший и плохой полицейский. Нельзя трогать психолога, слушайте, ты дурак совсем. Можно по-хорошему, можно по-плохому. Выбор за вами. Ты не имеешь права бить его. Речь идет о жизни ребенка, мать твою! Он очень психованный. Не нравится, уходи! Если ты немедленно не отпустишь этого человека, я подам жалобу, и тебя отстранят. Что это с тобой, Норман? Штаны наложил? Уже передумал спасать Шона Марса? Псих ненормальный. Я хочу спасти Шона не меньше, чем ты. Он мне не нравится. Но не веду себя как бандит. Так что немедленно прекрати это. Понял?
Итана Марса глубоко потрясла смерть старшего сына. Винит себя в его гибели. Итог – тяжелый невроз. В кошмарах он видит мертвые тела в воде. Пару недель назад, после очередного сеанса, я нашел это на полу. Наверное, выпало из кармана. Бляха, они сейчас подумают, что это он. Хотя, наверное, я же за Итана не говорила, что он типа такой шизик. Я просто говорила, что Итан переживает, и все. Ой, не знаю, этот полицейский мне не нравится вообще. Эш, брось всех, кого сможешь, на поиски Итана Марса. Его дом должны сторожить днем и ночью. Оповести все посты о начале поиска. Установи наблюдение за вокзалами, аэропортами, автовокзалами. Вся полиция должна встать на уши, чтобы взять его, как только покажется. Да, Итан Марс и есть мастер оригами. Да нет улик еще никаких, алло! Фу, как он меня бесит, раздражает просто, я не знаю. Что с ним делать? Он мне всю малину сейчас испортит. У меня за это на все получается. Ого, 76 миллиметров уже осадков. Жалко, тут нет F5. Я бы сохранилась. Клуб? Самый роскошный гольф-клуб в городе. Странное место для встречи. А это кто такой? Я не стал говорить об этом, Лорен. Потом просто заеду за ней. Ну и ну. Старый приятель. А, это который в клубе был? Интересно, о чем же он хочет со мной здесь говорить? Может быть, это папик маленький того... Маленький мячик, дурацкая клюшка. С которым мы общались. Никогда не понимал, в чем прелесть этой игры. Прошла серия. Недурно. Спасибо. Проходите, мистер Шелби. Не хотите ли кофе? Нет, спасибо. Играете? Так, ну этот в перчатках, потому что он играет в гольф. С тех пор владелец поля жаждет моей крови. Занятный вид спорта. Требует силы, хладнокровия, а также меткой руки. А вы не хотите попробовать? За судьбу лужайки не беспокойтесь. Ладно. Снимайте я пиджак, берите клюшку. Я в гольф играла только в этом... Во ФНАФе 9, в DLC. И у меня не очень получалось. Я вообще не поняла, что мне делать сначала. А, клюшку. Пошла. Это ж клюшка? Ну да. Мечи в той корзине. Я думала, он хочет курточку взять, типа отказаться. Но нет. Ладно, давайте. Нужно, получается, попасть в лунку. Плавненько ударить. Самое главное, правильно держать клюшку. Рассчитать силу удара. Удар. Так, будет третья кнопка. Ну, конечно. Четвертая! Что ж, первый мяч комом. В следующий раз просто бейте посильнее. А вот это нам обязательно в гольф играть? Хотя, нужно же его к себе расположить. А с другой стороны, он может тянет время. Думаю, вы позвали меня не в гольф играть, мистер Крамер. Слышал, вы заинтересовались моим сыном. Верно. Я хочу знать, как именно Горди связан с делом мастера оригами. Пойдем? Мой да сын ё-моё. Никак не связан с этим делом. Тогда ему нечего меня опасаться.
Сынок у него просто очень разбалованный. Я не позволю подозревать моего сына. Он здесь ни при чем. У него вседозволенность, он делает, что хочет. При Никто всем ему уважении, не указ. Мистер Крамер, кого подозревать, это мое личное дело. Я влиятельный человек, мистер Шелби. И высоко ценю верных людей. Пытаетесь меня купить? Скорее пытаюсь объяснить, что в ваших же интересах... Сколько будет стоить мое спокойствие? Блин, ну если сын невиновен, объясни. Вы меня не так поняли. Меня не купишь. На кону жизнь. Ребенка. Не трогайте Горди, мистер Шелби. Иначе пожалеете. Это неправильная тактика. Удачи, мистер Крамер. Мне даже не дали этот ничего ему сказать, допросить никак. А к чему была эта сцена? Просто в гольф поиграть? Ну такое мне не нравится, блин. О, напоминание. Сейчас будет третье испытание. Наверное, на каждом испытании все больше и больше придется нажимать кнопок. Полиция его так обвинила, что бы он своего сына похищал. Ну это бред. Даже если у него какое-то психологическое расстройство, он наоборот боится. Боялся, точнее, что его сын попадет тоже к этому мастеру оригами. А тут, блин, наш напарник сразу же... О, ящерка. Это мастер оригами. Фарфоровые ящерицы. Выглядят совсем новыми, в отличие от всего остального хлама. Я хочу разбить, дайте мне разбить. Начинается, блин, вот эта тряска с моим мини-джойстиком. Ну, что-то есть? Куда? Придется пройти через это. Выбора нет. Я не хотела уходить. А ничего там нету, ну ладно. А, тут прям везде они валяются. Наверное, если там что-то будет, мы услышим по звуку, да? Ага. Все, разбиваем. Какой-то ключик. Да-да-да. Тут был пожар. Все в саже и копоти. Марбл Стрит 9711. Адрес верный. Но что я должен найти в этой дыре? Держаться. Силы никак не вернутся. Я еле стою. Шон. Где ты, Шон? Боль возвращается. Кажется, лекарство перестает действовать. Надо было с собой взять. И знаете что? Он бы вспомнил, какие ему сны снились. У него же там постоянно одна и та же улица была. Одна и та же. Он бы доверился своей башке. Своему предчувствию. Так, ладно, я готова. Конечно, дверь закрылась, и из нее мы выйти не сможем, да? А кого мы должны в жертву принести? На столе GPS.
Сейчас я все исследую. Тут дверь была. Ой, фух. Готовы ли вы пострадать ради спасения сына? Пострадать? У вас есть 5 минут на то, чтобы отрезать фалангу пальца перед камерой. В конце испытания вас ждет награда. Серьезно? Надо найти достаточно острый предмет, чтобы отрезать чисто. Нельзя кромсать по-живому тупым лезвием. Придется пройти через это. А вот. Выбора нет. Ради Шона. Надо продезинфицировать рану, иначе я умру от заражения. А больше тут ничего нет. Бляха, ну это просто этот мастер оригами. Я его хочу найти, набить ему морду. А, положила я обратно. У вас осталось 4 минуты 30 секунд. Ага, хорошо, поставили. Тут не совсем понятно иногда, что нужно... Это что? О! Это лучшее. Просто если ножницами, будет очень, очень больно. Это что? Плоскогубцы? Это тоже будет очень больно. Лучше топором. Дезинфицируем. Повезло прям, что тут что-то есть. Может, с собой потом палец забрать. 4 минуты. Пипец, бедный Итан. Все ради сына делает, еще его полиция теперь искать начала. Только не показывайте, пожалуйста, только не показывайте. Это ужасно больно, это ужас. Все, не хочу, не смотрите. Еще раз надо продезинфицировать. Итан, прости, пожалуйста, мы должны были сделать. А что время дальше идет? Я сделал то, что был должен. Я люблю тебя, Шон. Как больно! Моя рука! Рука! Блин, ну если полиция его будет искать, она же по всем этим местам пройдется, они увидят, что здесь что-то странное происходило. Блин, ну я сгорю, если у меня что-то потом не получится, или я не успею его спасти, то все. Он бы там этот воду вычерпал. За то, что мы... Выполняем задание, вычерпывал бы воду по чуть-чуть.
Итан, какой ты сильный, капец. Просто невыносимо. Сам по себе, жена пошла в полицию. Ну, ее тоже можно понять, конечно. Наверное, если я за детектива вытащу прям, ну... И мы поможем тогда полиции. Потому что у всех детей, кто пропадал, потом и пропадали отцы. Ой-ой-ой-ой. Так точно, лейтенант. Мы на позиции. Отлично. Ничего не предпринимать до приказа, ясно? Схватим его, как только он высадится. Так точно, лейтенант. Патруль засек его машину. Что он там делает? Без понятия. Ты же у нас криминалист. Объясни нам, что творится у него в машине. Я не знаю. Однако Итан Марс не подходит по психологическим профилям. И она тут. Присяжные поймут разницу между твоими теориями и железными фактами. Какая нелегкая, ее принесла. Если выйдет Марс, ей крышка. Что делать, лейтенант? Вывести ее? Нет, ждать сигнал. Так, если я буду играть за детектива, ну, за этого, я не буду ловить Итана. Нет. Надо предупредить Итана. Полиция оцепила здание, в котором сейчас Итан. Полиция не ищет меня. Я могу просто войти в здание, никто не обратит внимания. Хорошо, просто идем. Заходит внутрь. Может, живет там? Ну и ладно. Они не знают, что там был пожар? Если Марс выйдет. Итан, что стряслось? Там полиция, они за тобой. Пришли тебя арестовать. Откуда она знает? Надо найти другой выход. Помогает ему. Черт, что он там делает? Надо. Брать по моему сигналу. Так, мы должны успеть. Еще. Блин, Итан, помог бы! Так, пока что полиция никуда не идет. Стоят. Все, помогаем ему выйти. Черт, слишком высоко. Тумбочка! Я дам отмашку. Будь здесь, Джейн. Не обсуждается. Я иду с вами. Твоим остаться стеречь двери. И пошли! Давайте быстрее! Давайте быстрее! Бегом! Давайте, давайте, ребята, давайте, давайте! Как успели. Руки вверх! Лейтенант, по переулку бегут мужчина и женщина. Мужчина? Черт, да это та девчонка. Быстро все вниз, они в переулке, за ними. Ага, я поняла. Метро. Спускаемся в метро.
Хорош. Сюда. Сюда, сюда! Давайте, давайте, давайте. Фух, нам удалось сбежать, капец. Что делать? О, у Итана сейчас опять приступ случится. Но мы не одни. Итан, что случилось? Надо скорее идти. Итан, Итан, они близко. Так, ну тут меня поймают, да? Придется сейчас опять нажимать кучу кнопок. Задыхаюсь. Надо бежать. Соберись, Мэдисон. Зараза. Хорошо. Осторожно! Эй! Черт подери, ты вообще смотришь, куда прешь? Держи его! Не надо никого держать. А ну не с места! Только не стреляй, балбес. Надо перебраться через пути. Скорее! Скорее! Идем, скорее наши собьем! Боже! Давайте, 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 давайте! Блин, у него же только мизинца нет, я понимаю, что ему больно, но он может и той рукой что-то делать. Надо запрыгнуть в этот поезд, это наш последний шанс. Бежим! Как тяжело, это ужас. Меньше часа назад полиция заявила, что установлена личность так называемого мастера оригами. Итан Марс, отец похищенного Шона Марса, ушел от ареста. Он вооружен и очень опасен. Полиция идет по его следу. И мы надеемся вскоре сообщить вам подробные приметы. Никаких улик не нашли, уже обвинили. Ну как так? Надо же какие-то доказательства сначала, чем давать такие заявления. Я принесла еды. Не знала, что ты любишь, купила всего понемножку. Надеюсь, пойдет. Зачем ты помогаешь мне, Мэдисон? Ты ничего обо мне не знаешь. И рискуешь жизнью. Не знаю, просто мне показалось, что я обязана это сделать. Как смогла, помогла. Она ему верит. Тебя показывают по всем каналам, Итан. За тобой охотится вся полиция. Говорят, ты есть мастер оригами. Это правда? Ты убийца, Итан. Я буду с ней откровенна. Она нам помогает. Она хочет... чтобы все хорошо было. Я... У меня бывают провалы в памяти. Не с этого надо было начинать. Когда я не помню, где был и что делал. Как будто был другим человеком. После таких провалов я помню... только трупы. Лежащие в воде. Что произошло, Итан? Зачем ты пошел в тот дом? Быть может, мое альтер-эго испытывает меня, мою любовь к Шону. Оно хочет знать, на что я готов, чтобы спасти сына. То есть, в моем подсознании скрыт ответ, где спрятан Шон. Но единственный способ вспомнить — пройти эти испытания. Почему ты не расскажешь полиции? И что я им скажу?
Что я шизофреник, который топит детей и который похитил собственного сына? Меня упекут в тюрьму, и тогда мне не спасти Шона. Ха, у меня нет выбора. Мой сын может погибнуть. Когда найду Шона, я сам сдамся властям, но не раньше. Так не может продолжаться. Ты же убиваешь себя, Итан. Жизнь Шона самая важная для меня сейчас. Должен быть другой выход. Ты не понимаешь, у меня нет времени. Шону осталось несколько часов. Нет другого выхода. Прошу, Мэдисон, уходи. Забудь все, что ты видела. Ты ничем не можешь мне помочь. Она не уйдет. Если хочешь помочь мне, уходи. Дай мне разобраться самому. Ладно, давайте уже следующее оригами возьмем в следующей серии. Следующее. Ну, пока что капец. Нервы на пределе. Я хочу поймать этого гнидыча. Я не думаю, что это Итан. И у меня почему-то падают... Ой, все, я уже говорить не могу, блин. В общем, мне кажется, что это помощник нашего следователя почему-то. Почему, не знаю. Ладно. Надеюсь, вам понравилось, и плейлист находится в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.